вечера. Вот, точнее, утра. Доброго. Добрый. Я пиво. Сразу говорю. Что, развлекаешься? У меня выходной сегодня. Я могу позволить себе. Что обсуждаешь? Да ничего, обычно тут все это развлекают. Вот интересно. А, не, я не развлекаю, я не умею развлекать. А о чем говорить? Ну давайте попробуем о чем поговорить. Не знал. Да не, мне кажется, не получится. Думаете? Угу. То, что я пиво пью, значит, не получится разговор? Ну, как-то мне что-то не складывается. Ну, давайте попробуем. Давайте, для интереса. Ну, задайте вопрос какой-то. Ну, кто на Донбасс первый напал? Вот так мне сегодня задавали все время этот вопрос. Давайте вас не важно. Россия или Украина? А кто второй напал на Донбасс? Не-не-не, давайте вопросом не на вопрос. Не, вопрос просто неправильно поставленный. Кто первый напал, а кто второй напал, кто третий? Кто третий, кто четвертый, это вторично. Первый. Кто первый? Не, давай первый. Так, давай перефразируем. Не надо перефразировать, я задал вопрос. С чего что? Начались боевые действия на Донбассе? Кто самолетами напал на Луганск? Все, вот давайте с этого начнем. И дальше поехала. И будем разговаривать. Луганск кто бомбил? Россия или кто? Это первые боевые действия на Луганске? Нет, нет, там боевых действий еще не было. А, не было. Первые это были это сброс бомбы с самолета, да? Майдан когда еще был. 14-й год, если не ошибаюсь. Можешь дату мне назвать? Когда самолет херанул, что ли? Да, да. Так вы что, сами дату не знаете, что ли? Не, не знаю. Можете скажи... загуглить. Так загугли ты и подскажи и мне. Подскажи. Подскажи. Ну давай. Ради вас только лишь загуглю сейчас. Удар по Луганску, да? Угу. Самолетом. Да. 14-й год. Угу. Так, Украина. Смотрим. Так, последствия. Какое число? Сейчас. Стоять. Так. 13 мая. Вот, 13 мая. А теперь посмотри, что было 12 апреля. А что в апреле было? Начало боевых действий на Донбассе. Со стороны кого? Со стороны Российской Федерации. Российская Федерация вступила только в 22-м году. Ну, что? А, вернули, их там нет, да? А они были? А 20 февраля что началось? А как же так получилось? Слушайте, вроде вы воюете с Российской Федерацией 8 лет. Угу. Они есть, якобы мы там есть. А когда мы туда вступили, в 22-м году, вы закричали, Россия вторглась. Это как может быть так? А до этого она... Ничего подобного. Ничего подобного. Ты сейчас перекручиваешь. В 22-м году мы сказали, что Россия начала полномасштабное вторжение не только на Донецке. Вы зашли в Сумы, вы зашли в Харьков, вы зашли в Киев, вы зашли в Одессу, Николаев, Херсон. А потом ушли. А кто ушел? А почему ушли? А что ж такое? А почему ушли? А нахрена там быть-то? А зачем заходили? Показать мощь и ушли обратно. А, показать. А, вы думаете, что я как-то не испугали? Показали мощь, отлично. Такого я еще не слышал. Нет. Показали мощь, молодец. Подожди, а 8 лет до этого вы с кем сражались? Да, бомбили Донбасс. Российскими войсками или с кем? Донбасс бомбили. Донбасс, а не с Луганском. Которые вас гостили. Давай, свободен. И в какую еще, кстати, делал.